Добрый день, представьтесь, пожалуйста, кто вы и откуда? Добрый день, меня зовут Лапцева Ольга, я режиссер и продюсер документального фильма «Наследие Дашковой». Собственно, его я и представляю здесь, на 13-м фестивале Чебоксарском международном, в внеконкурсной программе. Вы уже не первый раз принимаете участие в кинофестивале в Чебоксарах, и не первые ваши премьеры. Расскажите, почему именно Чебоксары, почему ваши премьеры проходят здесь? Так кармически сложилось, что 6 лет назад я была приглашена сюда в качестве журналиста, а потом за этот промежуток времени моя судьба повернулась так, что я стала снимать документальное кино как продюсер, и затем уже как режиссер. У меня 7 картин в своей собственной продюсерской фильмографии. И традиционно, опять-таки кармически, в Чебоксарах на ЧМКФ я представляю премьеры своих новых картин. Вот. И в этом году это, в общем, не исключение, что меня очень радует. Я очень люблю Чебоксары. У меня есть даже национальный проект про Чапаева, называется «Люди, легенды» Василий Иванович Чапаев. Он снят на русском, чувашском и с английскими субтитрами. Это зрительское кино, документальный очерк, очень локальный, который здесь очень хорошо приняли зрители. Поэтому я очень рада, что я полезна республике и с удовольствием привожу свои какие-то новые истории и строю нагло и самоуверенно строю планы на работу на будущее. Можем ли мы надеяться, что на следующем кинофестивале мы также увидим премьеру от вас? Расскажите про планы творческие ваши. Я желаю процветать ЧМКФ, потому что прекрасный фестиваль, только здесь можно увидеть этническое, региональное кино. Здесь всегда собираются живые, интересные компании, интересующиеся, пытливые люди. И сама по себе атмосфера очень здоровая, и она не оставляет, то есть сюда хочется приехать, это, пожалуй, главное. Вот. И если все будет хорошо, даст Бог, мы снова встретимся. А над тем, что я привезу, в общем, я работаю. Пусть это останется малюсенькой тайной для того, чтобы потом была, может быть, приятная история, а может быть, даже и сюрпризом. В этом году в программе фестиваля много дебютантов, те, кто только начинают свой путь в кино. Можете ли вы что-то пожелать, дать какое-то напутствие молодым кинодеятелям? Ну, во-первых, все достаточно активные и уже не боятся, поэтому вряд ли нужно желать, чтобы не боялись или что-то там еще. Пожелать хорошего творческого пути, интересных идей, правильной реализации. Ну и как-то, может быть, чтобы чувашские партнеры, чувашские режиссеры, начинающие, может быть, вот дебютанты, раскрывали историю, манкость своей родины, своей земли, и были полезными для края, чтобы они любили эту землю, потому что здесь очень много идей, здесь очень много материала и очень много интересного. От этого невозможно оторваться, и пусть эти истории будут представлены не формально, а живо. Вот пусть источник жизни работает так, чтобы все хорошо получалось, чтобы мы дружили. Спасибо вам большое, успехов. Спасибо.